Ну что, дорогие друзья, добро пожаловать на Аризону Гилберт, новый сервак, который открылся буквально 5 дней назад. По названию, ребята, данного ролика, вы, наверное, подумали, то, что все, что здесь будет, это я покажу прибыль нашего топ-1 бизнеса на этом серваке, и на этом все закончится. Далеко, ребята, не так. В данном, ребята, видеоролике вы узнаете, чего мы смогли добиться спустя 5 дней после открытия этого сервака. Мы, ребята, стримили и играли просто целыми сутками, и то, что мы смогли сделать буквально за эти 5 дней, это, ребята, реально очень жестко. Поэтому советую данный видеоролик вам досмотреть до конца. Желаю всем приятного просмотра, ну а тем, кто кушает, приятного аппетита! Итак, парни, мы сейчас находимся на новом сервере Гилберт. Бизнес, ребята, единственный, который мы поймали с Юлей, это вот этот вот бар под номером 165. Мы, ребята, поймали еще один бизнес АЗС-ку у армии города Сан-Фьера, но ее, ребята, мы пустили на розыгрыш. Вот этот, ребята, бизнес, за который мы отдали почти 5000 рублей, мы пустили на розыгрыш среди всех тех, кто ввел наш промокод на этом серваке. Промокод хэштег Бэби. Если, ребята, вы играете на этом серваке и у вас введен данный промокод, имейте в виду то, что вы автоматом участвуете в данном конкурсе. 23 мая мы будем подводить результаты, и, возможно, именно вы выиграете данную АЗС-ку. Если, ребята, у вас введен какой-то другой промокод, то, к сожалению, в данном конкурсе вы не участвуете. Наш промокод доступен с 5 уровня, он прокачан на максимум и дает целых 600 тысяч. Касаемо, ребята, вот бара, который мы словили. Буквально, ребята, за 5 дней, которые вот прошли, мы смогли его прокачать до максимального уровня. Сейчас у нас в баре уже довольно-таки все хорошо, люди приезжают, постоянно вот играют, и все, в принципе, довольно-таки круто. Помимо, ребята, того, то, что мы смогли прокачать промокод до максимума, смогли прокачать данный бар, мы, ребята, еще создали семью. Семья наша называется Bulls, в этой семье сейчас почти 600 человек, и данная, ребята, семья находится в топе-1 по всем трем пунктам. По количеству участников, по уровню, ну а также по репутации. На семью, ребята, мы тоже потратили очень много денег и смогли ее прокачать довольно-таки уже неплохо. Смогли купить семейную квартиру, ну а также вот парочку улучшений. Допустим, ребята, вот данное улучшение, дополнительный респект, позволяет быстрее прокачивать уровень. Каждый, ребята, по идее, кто находится вот в нашей семье, вам капает дополнительная экспишка. То есть, если, допустим, там, не знаю, вы получали ранее по 2 экспишки, теперь, если вы находитесь в нашей семье, вы будете получать по 3. Также, ребята, у нас есть улучшение, позволяющее закупать аптечки в 24/7. Ну и еще мы купили вот улучшение на 3-го зама, чтобы как можно больше проводить наборы. Замов, ребята, у нас много, и если что, мы инвайтим в баре под номером 165. Если у вас есть 3-й левел, то без проблем мы сможем вас инвайтнуть. Помимо, ребята, того, то, что мы уже неплохо так прокачали нашу семью, вывели ее в топ, прокачали некоторые улучшения, мы залетели еще на семейные копты. Открываем, короче, допустим, карту, и давайте вот переселяемся в город Лас-Вентурас. Вот эти вот, ребята, красные квадраты, это наши территории. Если, ребята, вы играете на этом серваке Гилберт, у вас есть прокачанные скиллы, либо вы собираетесь их прокачать, и вы желаете, там, не знаю, постреляться, у вас очень довольно-таки большой онлайн, вы можете ходить на копты, и вам это нравится, то в описании, ребята, стрима я оставлю ссылочку на то, чтобы заполнить заявление в наш кап-состав. Нам сейчас вот реально нужны люди. Нас сейчас очень мало, нас просто давят мясом, и мы, к сожалению, ничего не можем сделать. Поэтому, парни, если кто-то хочет прийти к нам на хелпу, быстренько заполняйте заявление, мы его проверим, ну а также закинем вас в наш кап-состав. Все, ребята, вот эти вот капты, это очень выгодная тема. С каждой вот такой вот, ребят, территории, каждый, по идее, капает по 20 косарей, ну а также вот такие вот семейные монеты, которые вот можно в семейном магазине обменять на всякие аксессуары, либо вот просто также на верты. Касаемо, ребят, того, будут ли зарплаты тем, кто находится в нашем кап-составе. 70% всего того, что будет капать со всех семейных территорий, будет забирать наш кап-состав. 30% мы будем оставлять себе, чтобы далее прокачивать нашу семью. Просто, ребята, реально растраты у нас очень большие, нам нужны улучшения, нам нужно купить в скором времени галочку, которая стоит 50 миллионов, бренд, который стоит 80 миллионов. Все, ребята, это очень дорого. Поэтому 30%, по крайней мере, в ближайшее время мы будем оставлять себе. 70% мы будем отдавать всем тем, кто воюет за данные территории. Так что, парни, если хотите зарабатывать бабки с этих территорий вместе с нами, то обязательно заполняйте заявление.
Дай инфому, пожалуйста, так вам инвайт, 404-й, все инвайт, чего. Теперь, ребята, касаемо прибыли нашего вот такого прекрасного бара. Сейчас, ребят, давайте заходим без инфо, я вам покажу прибыль этого бизнеса. Вы, ребята, должны понимать то, что серваку, ну реально, буквально 5 дней. И еще здесь, как бы, толком не может быть большой прибыли, потому что людей, желающих играть на крупные ставки, очень мало, по причине того, то, что все еще, как бы, ну, коротко говоря, бомжи. Заходим дополнительно, ну и давайте, ребята, статистика за неделю. Во вторник 41 миллион, в среду 48, 53, 58, ну, потихоньку, ребята, прибыль начинает расти. За сегодня, вот за утро, уже накапало 5 миллионов, плюс еще был недавно рестарт, так-то суммарная прибыль уже составляет, ну, где-то миллионов 10 плюс точно. Сегодня, думаю, уже более 60 миллионов, прибыль точно будет. В любом, ребята, случае, в первые дни иметь уже такую финку, это довольно-таки неплохо. При условии, то есть, повторяюсь, еще того, то, что у всех, как бы, денег толком еще нету. Бар, ребята, реально очень топовый, потому что он находится в очень таком вот хорошем месте, он сам по себе очень большой, здесь очень много места, плюс, ребята, мы здесь инвайтим семью, плюс здесь можно очень дешево перекусить, я выставил минимальные цены на алкоголь, на еду, то есть, если кого-то нужно пополнить сытость, приезжайте и обязательно пополняйте. Наверху на втором этаже есть карточная игра «Дурак», ну и вот снизу люди играют в «Орел и Решку». Касаемо, ребята, вот себя, что вот я за эти 5 дней для себя вот смог сделать? Да, в принципе, ничего, я все сейчас делаю чисто для семьи, все, что, ребята, я сделал, это задонатил себе на премиум випку, и вот мне дали вот такой вот мэверик. Сейчас, ребята, я делаю упор только на то, чтобы как можно скорее прокачать нашу семью, купить галочку, бренд, ну а также дофулить все улучшения. Касаемо вот, ребята, нашего бизнеса бара 165-го, если вы желаете, так сказать, зарабатывать деньги вместе с нами с этого бизнеса, пиарить этот бар, то, ребята, в описании данного ролика я оставлю еще одну ссылочку на заявление в нашу пиар-команду. Давайте, ребята, наконец-таки тогда подведем уже итоги. Что вообще, в принципе, мы имеем? За эти, ребята, буквально 5 дней мы смогли прокачать с нуля бар. На его, ребята, прокачку мы затратили 90 миллионов. Смогли создать семью, вывели ее в топы, купили семейную квартиру, купили очень хорошее улучшение, залетели на семейные копты, ну а также прокачали до максимума промокод, что реально было очень сложно. Сейчас, ребята, наш промокод #baby насчитывает уже очень много активаций. Все уже просто понимают, что данный промокод прокачан на фолку, и друг другу все советуют и все его вводят. На данном, ребята, серваке, касаемо вот того, рева, стоит ли идти играть на этот сервак, не уйдешь ли ты с него, не уйду, ребята. На данном серваке я буду играть. Я уже спросил разрешение у Стаса, он дал добро. Помимо, ребята, Юмы, я буду играть также на этом серваке. И поэтому, ребята, кто желает начать играть здесь со мной, вводите при регистрации мой никнейм Сергио Ревас. Когда вы достигнете 3 уровня, вам автоматом вернется за это 300 косарей. Выполняйте, ребята, быстрее поэтому начальные квесты, достигайте 3 уровня, приезжайте к нам в 165 бар, мы вас инвайтнем в семью, замы, ребята, там всегда будут стоять, имейте это в виду. Ну и плюс, ребята, когда достигнете 5 уровня, если вы хотите участвовать в нашем конкурсе на АЗС-ку, ну и плюс, чтобы получить просто кучу денег, промокод, потому что максимально прокачан, он 10 уровня, то, ребята, вводите промокод #baby. Еще раз показываю, вот ВМН, промокод и вот #baby. На этом, дорогие мои друзья, данный видеоролик подошел к концу. Вам же, ребята, большое спасибо за просмотр данного видеоролика, всем большое спасибо, ну и всем удачи!